Вы празднуете День независимости Украины? А я не понимаю, от кого мы были зависимы, что стали независимыми. А в целом вы себя вы чувствуете независимым? Я чувствую себя гражданкой Украины, но ущемленной в своих правах. А можно поподробнее? Вот в чем? Я живу в Донецке, этим все сказано. Кстати сказать, вот я сейчас возвращаюсь, у меня приемный сын служит в Национальной гвардии Украины. Он отдыхал в Бердянске. Я вот на неделю приезжала к нему туда, потому что ко мне в Донецк он приехать не может. Я очень боялась, у меня вот двое своих детей живут в Москве. Вот, и я очень боялась, что между ними вот этот клин вобьется, волей-неволей. Ну, сами понимаете, мама оказалась террористкой, сепаратисткой, сын в Национальной гвардии, а двое в Москве. Понимаете, какая трагическая ситуация? Она наша, она не наша. Это не беда нашей семьи, это беда нашей страны. Скажите, празднуете День независимости Украины? Конечно. Как празднуете? Как, еду домой. А чувствуете себя независимым и нашу страну? Если честно, не сильно, пока ничего не чувствую. А пока почему? Так... Ну, ситуацию в стране видите? Ну, что я могу сказать? А себя конкретно? Вы чувствуете безопасность и независимость? Нет. Почему? Ну почему? Почему? Положение какое в стране? Как я могу? Гарантии ни себе, ни своей семье сейчас никаких не могу дать. Ни по поводу работы, ни по поводу конкретно чего. А чувствуете вы, что Украина или независимо, и вы себя чувствуете независимо? Ну конечно. А почему? Можете рассказать подробнее? Ну как почему? Во-первых, соблюдается какая-то государственность в первую очередь. И ощущаешь себя действительно гражданином, где бы ты ни был, гражданином Украины. И президент вместе с премьером, это люди, которые в принципе издеваются над Украиной уже вот 2 года. Войну надо в Донбассе закончить, воевать с собственным народом нельзя. Поэтому, когда говорят независимость и давят Донбасс, и бомбят, кстати, сегодня бомбили, то о какой независимости речь идет? От Польши зависит, от Румынии зависит Украина, от России и Америки зависит, от Европы зависит. О чем речь идет, люди? Ну давайте, мы же взрослые люди, взрослые. Я прожил 70 лет в Мариуполе, но никогда меня не держали здесь часами. 40 минут, и я в безымянном. Сейчас я 4 часа должен ехать. О какой независимости вы речь ведете?